Всем привет! Сегодня я зашел поиграть на Black Rush, как вдруг внезапно мне написал мой подписчик с довольно-таки необычной просьбой. Привет, Лоренцо! Дай, пожалуйста, аккаунт на Black Rush. Я твой подписчик. Мне стало интересно, что из этого получится, и я подготовил для него специальный аккаунт, на который я положил 5 миллионов виртов, а это, друзья, довольно-таки неплохая сумма. Привет! Лови, на банке 5 кака. Я передал подписчику логин и пароль от аккаунта, на котором, напомню, лежит 5 миллионов виртов. И теперь осталось дождаться, пока он зайдет в игру, чтобы проследить за ним и посмотреть, что он будет делать с этим аккаунтом и что он будет делать с этими деньгами. Спустя очень много времени, наконец-то, наш подписчик зашел на сервер. Вот такой вот у него аккаунт с ником AkumaNavi. Ставьте лайк, если шарите. В данный момент, я так понимаю, он у нас направляется в банк. Ну, логично, потому что я ему написал, что на банке у него лежит 5 миллионов. Офигеть, я офигенный! Слышь, чушка! Ахахахаха! Я гипербогатый! Невероятно богат! Алло, слышь, чмо! Офигеть! Эй, девушка, мне чикен-наггет с золотом! И побыстрее! Либо он догадывается, что я за ним слежу, либо он не выкупает, что рядом с ним стоит просто тупо бот. Алло, ты чё игноришь? Видишь, уважаемый человек тут стоит. О, ну ты и урод, конечно. Еще один урод. Капец. Привет, Чебупель. В магазин одежды, я мажор. На авансы едем быстренько. Ожидай, таксишка, я сейчас. Кстати, друзья, хочу напомнить вам, что я играю на вайт-сервере, где у меня есть собственный промокод 10 уровня, хэштег Лоренцо. Его вы можете активировать на 2 уровне и получите от меня небольшой стартовый бонус. Ну а также давайте разыграем для вас 1 миллион виртов на абсолютно любом сервере Black Rush. Для участия вам всего лишь необходимо досмотреть данный ролик до последней секунды, поставить лайк, включить колокольчик и написать абсолютно любой комментарий по теме ролика. Ну а победитель предыдущего такого конкурса, как всегда, будет в конце этого видео. Капец, я красивый, согласен? Красавчик от бога. В казино и с музычкой. Петь умеешь? Нет. Так, ну наш подписчик решил не медлить и сразу же поехал в казино. Станцуешь, дам еще. A few moments later. Стихи знаешь? Да. Давай. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Хорош. Наш подписчик, конечно, очень щедрый, тут всех заставляет танцевать, стихи рассказывать и активно всем раздает бабосики. Ауф. Здорово, бомжи! Шикарно! Так, ну рискну предположить, что сейчас он будет все эти бабки просто тупо проигрывать в казино. Хм, спустя 5 минут, друзья, он не проиграл все деньги, а наоборот даже выиграл. У него сейчас на руках почти 3 миллиона виртов. Спустя некоторое время наш подписчик приехал на автобазар и, судя по всему, хочет купить себе какую-нибудь тачку, но это уже хорошо. Прочитаешь стих, заберу тачку за 300к. Слушайте, ну странный вариант покупки машины у него. В лесу родилась елочка. Это песня, а не стих. Прочитаешь стих, заберу тачку за 300к. Давай. Жду стих. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью ходит по цепи кот ученый. Да, друзья, походу на Black Rush других стихов игроки у нас не знают. Зачет! Тачку за 300к кидай. Слушайте, но он не обманул игрока и действительно сейчас собирается у него покупать вот этот вот Запорожец за 300 тысяч виртов. Ну что ж, друзья, я думаю, сейчас самое время телепортировать этого подписчика к себе и посмотреть, какая реакция у него будет. Ну, здравствуй. О, Лоренцо, привет! Как дела? Отлично. У тебя как? У меня великолепно. Спасибо за аккаунт. Я счастлив. Можешь дать права, пожалуйста? Тачка элитная есть, а прав нету. Ну да.
Тачка точно элитная. Тут такое дело. Где? Тут. К сожалению, мне придется заблокировать этот аккаунт. Нет, пожалуйста, нет. Не надо, ПЖ. Ну, такие правила. Запрещено передавать аккаунты. А я ничего не брал. Я просто играю тут. Не бань, пожалуйста. Мне нравится тут. Black Russia — это моя жизнь. Black Russia. Я тебя молю, не делай этого. Я не могу поступить иначе. Блин, а можно я деньги скину на свой аккаунт? Так тоже нельзя. Да что за фигня? Не бань, ПЖ, ПЖ. ПЖ, 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 ПЖ. Блин, ребят, мне сейчас так жалко его стало, что я даже не знаю, что мне сейчас делать в данной ситуации. С одной стороны, вроде бы ничего плохого он не сделал, но с другой стороны, я не могу нарушить правила сервера. Пожалуйста, напишите в комментариях, как мне поступить в данной ситуации. От вас зависит дальнейшая судьба вот этого вот подписчика.